Салем Достар, привет, друзья! Вы на канале Татьяна из Казахстана. Сегодня 18 октября. Для меня это очень особенный день. Сегодня день рождения моей мамы. Пользуюсь случаем, поздравляю ее с этим днем. Здоровья крепкого, успехов. Она хоть и на пенсии, но все равно трудится. И вот как раз мы сейчас проезжаем 8-ю школу. Но она здесь не училась, она училась в 9-й школе. Вот кто-то, может быть, из моих подписчиков учился в этой школе. Вот такая она теперь стала красивая. Ну и маме еще раз здоровья крепкого, успехов, хороших учеников. Ну а в такой теплый, солнечный денек по работе мужа приглашаю вас прокатиться с нами в Бургулюк. Поедем мы в зону отдыха Красные Скалы. Скорее всего, это бывший пионерский лагерь Красные Скалы. Но мы этого не знаем первый раз. В общем, покажем вам дорогу. Сами посмотрим и с вами поделимся. Вот едем. Сначала ее сами найдем. Да, едем сейчас по улице бывшая Советская. Сейчас это Казыбек-Би. Эта неделя в Шымкенте очень интересная по погоде. В горах выпал снег, и у нас вот эти два дня было даже минус один. А сейчас вот опять потепление и возвращается к нам, наверное, теперь уже настоящее бабье лето. Снова тепло, снова хорошее настроение. Чего и вам желаем. Вот у нас даже фонтаны опять включили на радостях. Площадь Ордабасы. И поворачиваем в сторону Верхнего рынка. Поедем через Ворошиловку. Ворошиловка — это у нас улица какая? Ну, бывшее Ленгерское шоссе, сейчас у Хапалбатыра. Едем мы по улице Толеби, бывшая улица Комсомольская. С левой стороны Верхний рынок. А с правой стороны будет улица Энгельса. А сейчас она как называется? Алимкулова. Вот как. Когда-то она была вообще проспект. Вот так. Когда-то на ней жили мои предки и говорили, это называли потом проспект Энгельса. Моя бабушка и дедушка. Сейчас едешь, смотришь, он сейчас на переулок-то не тянет, а в 50-е годы он назывался проспект. Отсюда же город, да, рос? Да. Они переехали сюда. Перекресток Толеби и улицы Адербекова. Или Комсомольская, Чернышевская. Раньше, кстати, здесь не было этой дороги, да? Нет, нет. Ее же пробили. Базар Акбар, оптовка, тоже вот я его не помню, его, видимо, не помню. Что здесь было раньше, наверное, что-то было? Здесь... В общем, район военкомата. Да. А что здесь конкретно было, не знаю. Так, напишите. Тут какие-то автобазы, что ли, справа, вот здесь вот сейчас, да, проезжаем. Вот это дом строителей. Слева клуб строителей. Клуб строителей. Одна из таких улиц, сохранившихся с большими деревьями, тенистая летом. Вот эта улица и проспект Мамышовой, или Космонавта. Mm-hmm. Вот так. Кто там маленькие желуди собирал? Вот здесь не дубы. Да. Это просто... Да, здесь клён. Акация. Наш местная. Вот среднеазиатская. Это. Да, на Мамышулы там. На Мамышулы как нужно было в поделки осенние. С бабушкой шли туда и целый пакет, ну, такой мешочек собирали желудей. Едем вот по мосту, который ведет как раз-таки Ворошиловку. Налево Ворошиловка, направо будет Гидролизный и Чапаевка. Это проспект Хапалбатыра.
это у нас? Зеленая балка. Зеленая балка. Почему она так называется, не знаю. Напишите, кто знает. Там, значит, будет очень интересно. Там зеленая балка, значит, была вечно зеленая. Но потом она застроилась. Так, нам нужно заехать на заправку там дальше, на Ворошиловке будет. Ну ладно, около... А Ворошиловка как сейчас район называется? Ой, я и не знаю. Здесь был Ворошилов. Здесь же тоже какие-то вот это вот, что это, предприятие? Это Тор, что-то с дорогой связано. Торстрой, что-то в этом роде. Ух ты ж, нос заправки, смотри. Чемгенский ЧДС, что-то Чемгенский торстроительство, вот это с правой стороны. Пишите, пишите в комментариях, наверняка старожилы города знают это. ЧДСК, что-то там, короче, с дорожным строительством что-то связано. Вот тоже какой-то, вот гипсовый завод проехали. Вон справа будет третий автокомбинат. Вот оно, как называется? Сейчас это Гершинкин. Раньше это третий автокомбинат. Привет всем хлебовозкам, молоковозкам. Это все, все среднетоннажные грузовики. ГАЗ-53, ЗИЛ-130. Это вот все третий автокомбинат. Что такое ЭГ? А ЭГ-Шимкент это турецкая фирма по изготовлению у них мебели, изготовлению какого-то строительного оборудования, что-то такое. Точно тоже не знаю. Ну вот копал Батыра, что-то тут копают. Это Ворошиловку протянули в этот... Газ? Водопровод? Канализацию? Цивилизацию. Да. Надеюсь, что рядом с нефтеперегоном бензин будет подешевле. Поэтому еду все равно в ту сторону и поглядываю на ценники. Авось удастся сэкономить. Да, бензин сейчас у нас тоже подорожал. Но все равно считается одним из дешевых по СНГ. Не одним из самых дешевых, самый дешевый в СНГ и одним из самых дешевых в мире. Правда, у нас и зарплаты одна из самых маленьких в мире. Да. Нас это никак не радует. С учетом зарплаты, для нас он не самый дешевый. Нет, вообще никак. Если зарабатывать как в Европе, а покупать бензин здесь, то тогда, в принципе, неплохо. Но это только мечты. Ну, может быть, разве вот что. Вот что-то происходит, я думаю, вообще нет. Нет, равняют. Они равняют, скоро положат асфальт. И все, здесь все лето было разрыто. Они шли, ложили трубу, коллектор капитальный проложили здесь. Вся Ворошиловка теперь избавится от этих сточных ям и прочего. Вот повернули, уже Ворошиловка заканчивается. С левой стороны железнодорожные пути, это что, съезд куда-то? На нефтеперегон? На нефтеперегон, на фосфор. Вот как раз таки кольцо. Это называется остановка почтовый ящик. Да-да-да, какой-то автобус же едет, знаешь. Да, так, слушай. А заправок-то тут больше нет. Вот балбес. Придется там подальше заправиться. Ну ладно. Выгадывал, подъехали к повороту на НПЗ, а заправки тут нет. Ну ладно. Там же только. Да, будет. Сейчас заправимся. По этой дороге мы неоднократно уже ездили, показывали вам. Ну а вот именно в горы, именно в Бургулюк не ездили.
Многие спрашивали, чтобы показали. Вот как раз таки выдалась такая возможность. Может быть, нам понравится эта зона отдыха, и мы как-нибудь в ней отдохнем. Сейчас весь Бурбулюк, особенно дачи, все сдаются посуточно. Особняки, там баньки, сауны. Народ отдыхает. Но это дороговасть. Не каждый простой казахстанец может себе это позволить. Самое дешевое — это 50 тысяч в сутки. Самое дешевое. Вот не будем больше судьбу. Проезжаем сейчас, это что? Тэц-3? Скоро начнет дымить, пыхтеть. Очень многие последние вот два дня писали, ну когда же тепло дадут? Потому что в квартирах сразу резко стало холодно. Но сейчас опять потеплело, В воскресенье обещают 25 градусов тепла. Можно купаться. Вот сейчас проезжаем с левой стороны, видим гору. Но это не гора, холм. Это отвал фосфорного завода. Вот с ним пока ничего не предпринимают, ничего с ним. Нет, вон мой КамАЗ. Что-то забирают, что-то происходит. Преждевременно, я сказала. Что-то происходит с ним всю жизнь, что-то сюда. Свинцовый завод практически этой кучи уже нету. И, кстати, сегодня проезжали мимо ДК «Фосфорник». Все, его больше нет. Вообще ничего. Не успела снять, будет сходить. Ну смотри, какая интересная штука. У свинцового завода шлака нет, зато ДК металлургов есть. Да. У фосфорного завода ДК фосфорников зато нет. Зато шлак фосфорный есть. Понимаешь, как красиво вот, получилось. Вот почему так все оставили. Конечно, симметрично. Все продумано, да? Конечно. Это была... Шутка. Небольшая минутка юмора. Киргуду был. Как обычно, неуместного и не смешного. Да, прям. Очень даже уместного. И очень даже хохотно смешного. Если мама смеется над шутками папы, значит они в гостях. Значит, в доме гости. Или они в гостях. Зачем он в лошадку кидает? Наши просторы. От города до Бурбулюка 78 км. Также по этой дороге можно попасть и в Ленгер, и в Сайрам. Еще куда? Александров. Село Екпенды. А раньше как оно называлось? Я не могу точно сказать. Там много сел. Прям перед Бурбулюком небольшое село. Мы, по-моему, в него тоже поедем. Мы и мимо него проедем. Надеюсь, мы поедем по вон той красивой дороге. Боюсь потом заблудиться. И у меня я ограничен очень по времени, и время на эксперименты моем времени. Я поеду по главной дороге через Первомаевку, чтобы сделать свои дела и вовремя вернуться назад. Я по времени сегодня очень ограничен. Сейчас вот проедем через переезд. И налево дорога пойдет, можно попасть в Сайрам.
мы едем направо. Еще забыла сказать, что по этой дороге можно поехать в село Тогус, Тогусское водохранилище и дачи Тогуса. Потом Пролетаровка. Султан-Рабат. Султан-Рабат. В общем, вся эта... Все эти вот маленькие села. Может быть, кто-то из моих подписчиков там жил. Вот ваши родные края. Наверное, по этой дороге не раз вы ездили из города домой и обратно. Очень многие, кто живет здесь, работают в городе. И каждый день по этой дороге ездят туда-обратно. Также по этой дороге можно и в Аксу, по-моему, да? Вот каньон Аксу. Давно там не были. Ну, это надо в Георгиев, плюс Ленгеров, и в сторону Георгиевки поворачивать. Через Ленгер сам город проехать и на Георгиев. Здесь совсем другой этот воздух начался уже. И видите, еще осень, ну такая, не золотая. Еще все зеленое. А в городе уже прям после дождя, после холода, деревья, по-моему, тоже не поняли, что произошло. Ну вот это уже точно вдалеке виднеется. За холмом будет Михайловское водохранилище. Тоже оно действующее, можно там отдыхать. Но мы туда почему-то не ездим. Мы туда уже съездили. Давно там не были, просто когда были, остались не очень впечатления, очень грязно было. Может быть, сейчас что-то поменялось. Смотрите, какие интересные деревья высадили. Это эти фавонии. Кстати, вот в городе таких тоже много. Есть такая программа, можно навести на растение и тебе отсканировать, и тебе напишут, как оно называется. Ну вот эта программа показала, что это дерево называется павлония. Насколько это правда, неправда, есть ли такое дерево? Первый раз такое слышу. Вот еще один переезд. Это река. Бадам. Бадам, бадам. Все время пою. И вот здесь тоже просил подписчик. Здесь какой-то был лагерь недалеко, Эдельвейс. Но сколько мы спрашивали, так никто и не знает, где он находится, куда сворачивать. Вот здесь лагерь? Ну там дальше. Пионерский лагерь, где Алма-Ата, скорее всего. А, в Бургулёке пионерлагерь? А, это я не знаю. Вот здесь точно не было ничего. Ближайший лагерь здесь вон. Алма-Ата. Ну, вот я говорю, скорее всего, это вот эти он и имел в виду. Сейчас Родничок. Это большие зоны отдыха. Один действующий. Действующая зона отдыха полностью переделали, а один рядом с ним заброшенный пионерский лагерь. И мы вот там были, жуткое зрелище, конечно, там тяжело находиться, страшно. Вот у нас здесь есть свой Париж, мы еще не проехали в Париж? Нет, еще далеко. Еще далеко. Почему-то всегда обратная дорога быстрее, чем туда. Это нефтеразведка. Геологическая партия. Сейчас там тротуарную плитку делают. Правильно. В Южно-Казахстанской области не было отродясь нефти. И зачем-то здесь у нас нефтеразведка. Ну а вдруг? Вдруг найдут, да? Надежда умирает последней. Вот тоже населенный пункт.
что? Алитара, это Тогус. Тогус, да. Это Тогус. Улица Керуенская. Керуен это у нас? Это караван. Улица Караванская. Получается, с этой стороны автобус или там именно дача? Дача. Здесь именно село, да? Озеро тоже существует. Там есть тоже зоны отдыха. Есть одна зона отдыха, называется холодильник. Там на берегу, значит, песочек насыпали. Различные развлечения, катамараны, сапы. На сапах катаются, проводятся тематические вечеринки. Можно, по-моему, со своей едой. Как-то даже у них там лозунг, типа, зона какого-то там дикарского отдыха, что-то такое. Там есть и кафе, но и можно с собой еду. Просто в других зон отдыха со своей едой нельзя, только покупай там. А здесь вход за небольшую плату, и ты можешь снять топчан и привезти с собой еду, или же воспользоваться тамошним кафе. Вот это уже пролетаровка. Вот, мы тоже там были один раз, в этой зоне отдыха холодильник. А уже по осени, ближе там, конец августа, оно водохранилище мелеет, превращается в болото. А в начале сезона его откуда-то заполняют, с Михайловской? Нет, речка там горная течет, она потом куда-то впадает. Ну а так она, речка Тогус, она расливается. В общем, заполняет ее и вот используют для зоны. По-моему, для промышленности, это же для охлаждения фосфорного завода. Это был аварийный резервуар для фосфорного завода на случай аварии. Чтобы... Вот так ее не используют. А сейчас ее используют в сельскохозяйственных нуждах и в развлекательных. И еще существует легенда о том, что там живет морской дьявол. Кто-то даже, есть люди, которые его якобы видели, и вот рассказывают, старожилы, что было очень страшно, жутко. Может быть, вы тоже, мои подписчики, что-нибудь слышали об этом? Ихтиандра видели. Да, может быть, и видели. Может быть, у вас там были дачи, и вы знаете об этом. Напишите, расскажите, поделитесь. Будет очень интересно. Вот сейчас подъезжаем. Это поворот на Ленгер. Вот как раз город Ленгер. Ну, а мы поедем прямо. А это Султан Рабат. Да? Ну и вот уже вдали виднеется заснеженные горы, вершины. Половина гор в снегу, половина нет. Здесь вот на каждом углу шашлычные. Здесь еще тот привычный вам шымкентский шашлык. В городе его не встретишь, а вот здесь вот. На маленьких палочках. Да, вот как мы любили. Чем славился Шымкент? Вот здесь как раз таки можно его отведать. И причем кафе будет вот как раньше. Может быть, даже пластмассовые стулья, столы. На улице вот стоит простой мангал. Простенькие эти интерьер. Салфеточки, да, интерьер. Ну и правильно. А что нам надо? Ну этим и ценно, что можно вот так вернуться, поностальгировать. Покушать вкусно. Иногда хочется красиво, иногда вот практически на каждом шагу шашлык, шашлык.
И запах вкусный. Жалко, что камера не передает аромат дымка. Это вот тоже поворот был на Ленгер. Да, второй. И будет еще третий. Там, где кладбище, да? Да. Это Султан-Рабад или? Это еще Султан-Рабад. Вот где будет третий поворот, там уже начинается Александровка. Да. Улица Сауран. И уже прям прохладно. Да, и уже прикрываю окошечко. Уже муж прикрывает окошки. Уже все. Другой совершенно воздух. В городе прям жарко, душно. Что-то даже бургеры есть. Все газифицировано. Цивилизация. И там дальше, по-моему, и в Бургулюке, по-моему, газ вот уже до есть. Самого упора все газифицировано. То эта сторона полностью вся. Санаторий Бургулюк также работает. Сейчас у наших пенсионеров есть возможность раз в году бесплатно отдыхать в санаториях, профилакториях. Вот здесь вот школа. По-моему, мой подписчик, мы сюда приезжали. Вот здесь, по-моему, вот эти ворота. Да, он просил что-то по левой стороне, в Александровке. Там, где школа. Вот здесь. Вот, помню, что могли, проехали до конца. Еще был туман такой, было холодно. Вот это уже улица Астана. Сейчас мы даже проедем еще дальше. Здесь уже совсем простенькие домики. Ну, чем дальше от города, тем проще. Глубже глубинка, так сказать. Да. И выше горы. Ну да. Зато здесь воздух лучше. Чимкент этим и славится, что в одну сторону можно поехать в горы, в другую сторону можно пустыню увидеть, в третью сторону можно поехать по святым местам проехаться. Это я имею в виду Туркестан. В другую сторону можно поехать, вторую столицу нашего государства. Какая культурная столица. Вот еще поворот, да? Это Достык, да? Или это Александров. Уже... Александров. Сейчас Александров. Достык называется. Достык, Достык — это дружба. А почему называлась в советское время Александровка, не могу понять. Понятно, что это в честь, наверное, императора Александра, когда сюда пришли как бы русские переселенцы и образовывали вот эти вот села. В честь кого названы? Ну, единственное, что мне на ум приходит, это вот император Александр. Второй или третий. Вот до этой лошади, я помню, мы доехали. Не знаю. Она вся в тумане была. Да. Лошадка. Мы здесь развернулись. И как и она там в тумане? И поехала она. Как ежик. Вот тоже речка. С гор стекает вода и вот образуется. И вот подъезжаем. Это что у нас? Мироноев. Баренше Мамар. Такая красота. На видео буквально 10 минут, и мы уже возле гор. С этой стороны Касбурт виднеется.
уже будем непосредственно подъезжать ближе и ближе к горам. У меня, кстати, есть видео. Мы 2 года назад отдыхали здесь в одной из зон отдыха. Небольшое видео оттуда есть, тоже можете посмотреть. Очень интересное место. Мы были там весной. И когда мы заказывали, что хотим отдохнуть, было жарко. Был май месяц, начало мая. А когда непосредственно мы туда поехали, так сильно похолодало. И мы приехали, первый день был проливной дождь, пар изо рта шел. Да, весь день так интересно. Из номера не выйдешь. Да. А на следующий день... Во-первых, мы даже гор толком не видели, они были все в тумане. А на следующий день выглянуло солнце. И... А нам после обеда уже уезжали. Да, из номера вышли, и такой вид красивый. Ну да, мы брали всего на 2, ну, получается, на сутки, на 1,5 суток. Ну, надышались воздухом, насмотрелись, нагулялись под дождем. Очень интересно, там зона... Алтыбаканом, это такая качеля у кочевников. Вау, какой вид. Обалденный. И еще там была качеля, как в детстве, большая качеля на этих, как она называется? Даже, ну, на цепях. На цепях, да. И на ней можно было кататься даже взрослым. Непередаваемое ощущение, будучи взрослым, почувствовать себя ребенком. В общем, классные впечатления. Все это есть, и говорю, видео можете посмотреть. Ну а мы все едем, еще никак не приехали. Красивая дорога. Вам немножко сельский, как сказала бы молодежь, сельский вайб. Сюда прям музыка из «Ну погоди». Косил я конюшину, косил я конюшину, косил я конюшину. Какая красота! Ну а это из «Кавказской пленницы». Типа на бочке мы едем, да, сейчас? Да-да, и музыку. Точно, прям смотрю. А вот село Екпенды. Тоже какие, что у вас связано с этим местом? Может быть, кто-то отдыхал в санатории? Здесь указатели. Что здесь есть? Вот. Сегодняшней поездки вечером у нас культурная программа. Мы первый раз идем в театр оперы и балета на оперетту. Может быть, тоже поделюсь с вами, поснимаю немножко, которая находится, театр оперы и балета находится в здании бывшего ДК «Машиностроитель». Мы в нем уже были, но на концерте у наших детей проходил концерт нашей танцевальной школы. А вот именно на
оперу или на балет, или на оперетту мы идем первый раз. Обязательно поделюсь впечатлением. Если будет что-то интересное, поснимаю. За забором. Свернули направо. И почти приехали. Километр и все, если не меньше. Ну это получается дорога в санаторий. В санаторий. Да? Дорога пыльная, домов не видно. Домов не видно. Все забором обнесено. Природа уже нам не принадлежит. Платите денежки, и она будет вам принадлежать по прескуранту. Смотрите, какая елочка. Настоящая елка. Представляю, как здесь зимой красиво. Явно здесь что-то раньше было, какой-то лагерь или что. Такая рощица. Ну, елка обалденная. Кстати, тополь, скорее всего. Ну а на нем вот сверху как раз тополиный пух. Или что это? Ну, похоже на тополь и на пух. Но почему он осенью, интересно? Такие рощицы. Очень красиво. Такой тополь. Елочки. Нет, довольно-таки тепло. Я думала, что будет прохладнее. Здесь совсем нет снега. И посмотрите, как интересно. Вот с краю она как будто синим отливом, а внутри, я не знаю, камера это передает, нет, а внутри она зеленая. Там, где на нее солнышко не падает, не образуется вот это специальное вещество.
Здесь зеленая. Вот она вся зеленая, а по краям она голубая. Вот следующая полянка, посмотрите. Вот это прям настоящая елка. Вот тоже. Как красиво здесь, наверное, зимой, представляю. Ну что, друзья, на этой красивой ноте будем с вами прощаться. Надеюсь, что вам понравилось. Пишите, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь. И на следующей неделе обязательно увидимся с вами в прямом эфире. Ну, конечно же, предлагайте, где именно хотели бы прогуляться. Вот еще вот такой красоты. Казгурт. Красиво. Какая же у нас красивая природа. Ну все, друзья, пока-пока.